Традиционно в день кубанского казачества со всего Краснодарского края съехались казаки, представители органов власти и духовенства, студенты и школьники. Красноармейский, Славянский, Темрюкский, Крымский, Абинский, Калининский, Приморско-Ахтарский районы и город-курорт Анапа. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем выступлении подчеркнул, что казаки – настоящие патриоты, были, есть и будут. Когда четверть века назад на Кубани заговорили о возрождении кубанского казачества, многие отмахивались и говорили, что настоящие казаки уже в безвозвратном прошлом, а нынешние – это так, фольклорная группа, ряженые. Но теперь даже заскорузлые скептики признают, что именно с Кубани началось возрождение всего российского казачества. Именно вы, кубанские казаки, проделали долгий, большой и трудный путь, чтобы снова иметь право служить отчизне, чтобы снова иметь право называться народом, чтобы снова иметь право жить на своей земле и быть ее хозяевами. 25 лет назад именно с Кубани началось возрождение вековых казачьих традиций. На сегодняшний день задачи у казаков обширные. Охрана правопорядка, противопожарная профилактика, спортивные мероприятия, военно-патриотическое воспитание молодежи. Они всегда готовы первыми прийти на помощь, будь то наводнение в Крымске или защита населения в Республике Крым. Одной красивой формой, папахой или фуражкой авторитет и уважение среди жителей не завоюешь. Завоевать это можно только делами конкретными. И мы эти дела с вами делаем на сегодня. Мы занимаемся всеми видами государственной службы, которую определило нам государство. Мы занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Мы рассказываем детям, что такое Родина? Казаки прошли торжественным маршем. Анапская делегация – самая многочисленная. Представители Анапского казачьего общества в очередной раз продемонстрировали на параде не только четкий строевой шаг, но и безупречную выправку. Новая эпоха казачества становилась непросто. Ветеранов казачьего движения отметили памятными наградами. Глава города-курорта Сергей Сергеев поблагодарил анапских казаков за активную патриотическую работу и поощрил благодарственными письмами и денежными премиями. В широких народных гуляниях принял участие и губернатор Кубани. Анапский курень встречал руководителя региона румяным караваем, звонкими застольными песнями и подарками в лучших казачьих традициях.